Здравствуйте, в эфире новости на Первом канале, в студии Макар Руденчик. Начнем выпуск сообщений из московского аэропорта Шереметьево. Там совершил аварийную посадку самолет «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Аэрофлот». Это любительские кадры с места событий. Самолет был полностью охвачен огнем, хвостовая часть разрушена. Лайнер загорелся при посадке. По данным Интерфакса, пострадало не менее 10 человек. А по данным агентства ТАСС, один человек погиб. До этого информагентства сообщали, что 78 пассажиров были эвакуированы. По данным РИА Новости, стойки самолета подломились при посадке и двигатели загорелись. Ранее сообщалось об еще одной версии ЧП. Лайнер мог загореться из-за попадания в него молнии. Над Москвой стоит грозовой фронт. Сухой суперджет выполнял рейс Москва-Мурманск и спустя некоторое время